солнце, ночью я лунный свет. Я существую где-то, но на земле меня уже нет. И глядя в небо, ты нарушаешь... Эй, ну это мы сегодня в клубе Амстердам. Новый клуб. Здесь такие страсти. Очень трудно вести здесь интервью. Для вас, дорогие друзья, каждый четверг. I am Amsterdam. Кусочек запада на востоке. И глядя в небо, ты нарушаешь мой покой. Ты такая лента. Ты дышишь мной. Привет, тебя как зовут? Настя. Настя, мы Иной ТВ, мы проводим здесь репортаж. Знаю про Иной ТВ, отличное телевидение. Откуда ты узнала про Иной ТВ? Из интернета. А скажи нам такое, а про Амстердам ты откуда узнала? Сначала это был дежавю, потом Давидов, потом Амстердам, и мой парень здесь диджей. Цитации? Примеры. Не знаю почему, с наркотиками, естественно, только здесь этого нет, к сожалению. Яркие вспышки неоновой ночи. Ты хочешь, все будет круто, знаю прекрасно. Я срываюсь на красный. Ночью пиздец сегодня, пиздец. Ну охуенно, то есть, вообще охуенно. Че курили? Ну в Амстердам как бы, че курили? Сам подумай. Какие грибы ела? Галлюциногенные. Ну вот тебе и кажется, что ты в Израиле. На самом деле ты находишься в другом городе. Ну где ты думаешь? Ну может быть еще шарик примешь на грудь? Давай! Можешь оказаться вообще на другой планете! С удовольствием! И как тебе в городе Амстердаме? Все очень нравится, единственное, грибы запретили в прошлом году, это очень обидно. Лягушки кушали? Какие лягушки? Ну, лягушки с Малазийских островов, которые в пещерах находятся. Там берется такая жидкость у них из-под попки какая-то. Этот человек неадекватный. Ему нельзя давать микрофон. Вот ему. Good flight in Amsterdam! Привет! Привет! Смешно, да? Очень! Ну действительно, в Амстердаме же находимся! Ой, вообще, очень тяжело, очень тяжело, очень! Какие грибы кушала? Лесные, родители, обычные. Ядерные. А? Ядерные какие-то. Ядерные? Шампиньоны? Голландские шампиньоны? Да. Молодое поколение выбирает правильный путь без наркотиков. Йоу! Йоу! Этой ночью город не спит. Твой город не спит. Этой ночью город не спит. Этой ночью город не спит. Этой ночью город не спит. Йоу, Иной ТВ, как оно? Юлиан Райс, клуб Амстердам, завтра опера, Music Box. Все отлично, все супер, оставайтесь с нами, оставайтесь на Ином ТВ. Мы вас приветствуем из клуба Амстердам. Амстердам. Иное ТВ! Какие у тебя ассоциации на тему Амстердам? Голландия, мой брат, в Роттердаме. География. Привет, сын. А как ты думаешь, как попасть в город Амстердам? Через какие города можно? Можно через Францию, попасть сначала в Париж, потом уехать через Бельгию туда дальше, в Амстердам. А через Копенгаген можно в Амстердам попасть, через Данию? Я не ездила таким путем. Но многие ездят другим путем даже, через Роттердам.
Действительно? Нет, я не знала. Не знала? А ты поехала бы через Роттердам? В хорошей компании, конечно, поехала бы. Если бы это был такой дешевый билетик через Роттердам и Копенгаген, сразу оказываешься в Амстердаме. Ну, может быть. Но я предпочитаю самолетом. Это быстрее. А какой компании? Веселой. Веселой? Да. Побольше девочек и мальчиков. Влад, я тебя недавно видел в Тель-Авиве. Как ты оказался в Амстердаме? Я как бы вот ехал и приехал. Сел на бутылочку и приехал? Дима, у тебя очки запотели, по-моему. Да, у меня давно уже все запотело. И не только очки. Go in Amsterdam! Go in Amsterdam! Он так хорошо проходит этот старый Новый год. Мать моя женщина. Он очень хорошо проходит. Секс, старый Новый год приносит сюрпризы. Есть такое? Я попробую, потом расскажу. Вот, мы обязательно вернемся к вам. Неправда это все. Неправда. Неправда. Ну? Он может принести не только и старый Новый год. Любое время принести. Давай так, ты нам поможешь с сурдопереводом в нашем клубе. Зоя уплыла. Это была Зоя из клуба. В анонсе смотрю ваши репортажи. Мне это очень нравится. Вы смотрите Иное ТВ. Скажи мне, пожалуйста, а как я могу выбраться с Амстердама? Могу ли я через Роттердам, может, выбраться? Часа через три я могу через Роттердам? Через парадный выход. Я тебя жду на парадном выходе через 3 часа. Хорошо. Мы все отправляемся через Роттердам в Копенгаген, окей? Замечательно. Окей, пошло? Хорошо. Спасибо большое. Хорошо. Не знал, что так быстро можем договориться. Бывает. Ты мне, а как ты попала в Амстердам? Через какие города? Долго-долго. Летела самолетом. Но однозначно через Копенгаген в Амстердам и Роттердам заездом. Нет, не через Роттердам. Не через Роттердам? Через Копенгаген, через Данию. Нет? Но через Данию. Через Данию, через Копенгаген. Нет, не Копенгаген, Данию. Бизнес-классом прилетел в Амстердам? Конечно, да. Через какие города? Через Санкт-Петербург в основном. Я не знаю, тут мне половина народу сказала, что прилетела через Копенгаген. Нет, я через Амстердам, через Петербург, в Амстердам, потом сюда в Амстердам опять вернулся. А мы с тобой уедем в Амстердам через Копенгаген? Мы поехали в Амстердам через Копенгаген. До свидания. Может быть, и Роттердам там будет, я не знаю. Вы смотрите Иное ТВ! Как тебе женское население клуба? Женское население просто класс. Бомба просто. Женщины, вы бомбы. Пошли искать бомб. Спасибо. Бомбы. Идем искать бомб. Бомбы. Пошли за бомбами. Самое забомбленное место этого клуба. Ой, здравствуй, девушка. Пару слов. Нет, вы не можете. Два слова. Одно слово. Как вас зовут? Лёля. Барусита. Как дела? Привет, девчонки! Как вас зовут? Меня Ева! Аня! Вот, мы Иное ТВ! Впечатление в клубе! Ребята, мы вместе говорим, вы смотрите Иное ТВ! Смотри! Иное ТВ! Привет, Давыдов, хорошо! Давай.
клубе «Амстердам». Мы вас здесь ждем. Да, мы вас тут ждем. Приходите к нам в клуб. Я против химии. Я против Максутона. Если ты в Амстердаме, значит, ты должен довольствоваться натуральным продуктом. Натуральный продукт – это лучше, чем химия. Мы против химии. Молодежь Израиля против химии. Против Мапсутона. Не покупайте Мапсутон. Как вас зовут? Ира. Ира. А если честно? Честно. Мне кажется, по-другому.